На заседании антитеррористической комиссии в Серпухове рассмотрели вопросы безопасности образовательных учреждений в преддверии нового учебного года, готовность избирательных участков к выборам, а еще подвели итоги летнего купального сезона и рассмотрели ряд других вопросов. Первый вопрос, который рассмотрели на комиссии, касался готовности образовательных учреждений к новому учебному году. Это и пожарная безопасность, и оснащенность детских садов и школ видеорегистраторами, наличие постов охраны. Где-то заключены договоры с охранными предприятиями, где-то пока дежурят сторожа. Были проблемы у нас с частной охранной организацией «Аванпост», но систематически проводились совещания, приглашались представители администрации «Аванпост», и динамика положительная наблюдается. То есть многие недостатки устранены. В Серпухове подготовлены избирательные участки, обеспечены меры безопасности на них. 60% участков оснащены пандусами. В настоящий момент у нас сформировано 107 постоянных участковых избирательных комиссий. Из них 9 комиссий находятся в городе Пущино и 12 комиссий находятся в городе Протвино. На сегодняшний день у нас образованы 3 временные избирательные комиссии в СИЗО, Серпуховский родильный дом и Серпуховская областная больница. Также на комиссии рассмотрели вопрос готовности объектов ЖКХ к новому отопительному сезону. Подвели итоги летнего купального сезона. В этом году в Серпухове утонуло 4 человека. Это меньше, чем в прошлом. Обсудили на совещании и алгоритм действий в случае возникновения чрезвычайных ситуаций в медицинских учреждениях, а также рассмотрели ряд других вопросов, направленных на безопасность жителей городского округа.